садик и капут. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Наступила осень. Роботы собрали урожай и везут ящики с яблоками в амбар. Поехали наверх. Здесь роботов уже ждет грузик. Смотри, как много ящиков он поставил на полке. Спасибо, роботы! И даже ничего не рассыпали. Действительно, какие молодцы! Капу, аккуратнее. Ой, не достаю. Сейчас помогу. Готово. Роботы что-то увидели. Вы чего? Капу, ящик падает. Ой. О! Берегись. О! Привет. У вас тут яблоки падают. Вам помощь не нужна? Нужна, Лёва. Надо поставить ящики с яблоками на самый верх. Для этого нужен очень большой погрузчик. Грузик и Капу сами не справляются. Без большой машины никак не справиться. Понятно. Поехали собирать. Лёва и Лея едут за деталями погрузчика. Погрузчик большой. Деталей привезли много. Даже робот помогает грузовичкам. Начинаем собирать. Красное шасси, блок с аккумуляторами. Наш погрузчик будет работать от электричества. Красные крылья для передних колес. Сзади желтый бампер с розеткой для зарядки батарей. Робот привез передние колеса. Это два задних колеса. Кабина. Кресло водителя. Панель управления. Педали. Руль. Рычаг для управления вилами. Двери. Фонари. Рельсы для вил. Небольшой мотор с шестеренкой. И еще одна шестеренка сверху. Вилы. Уже собрали? Погрузчик надо зарядить. Машина подъезжает к зарядной станции. Втыкаем вилку. Один, два, три, четыре. Батарея заряжена. Теперь поехали на работу в амбар. Роботы помогают машинкам собирать яблоки и, как всегда, балуются. Яблоко и еще одно. Все собрали? Кажется, да.
Спасибо, Капу. Большой погрузчик заезжает на второй этаж. Ставьте ящики на вилы. Поднимай! Робот опускает рычаг. Ой! Но вилы не поднимаются. Ой! Наверное, батарею не зарядили. Мы все зарядили! Смотри, лампочки зеленые! Мы что-то забыли. Но никто не знает, что. Ты знаешь, робот? Лифт! Точно! Цепь! Цепь должна поднимать и опускать вилы. Робот! Нет! Мы привезем другую! Лёва ищет цепь на свалке. Где же она? Вот то, что нужно! Цепь присоединили к погрузчику. Опускаем рычаг. Вилы поднимаются. Поднимаем ящики и ставим их на самую верхнюю полку. Отлично! Еще ящики. Как ровно и аккуратно. И ничего не падает. Слишком высоко. Может быть, не надо? Не бойся, пролезет. Ха-ха-ха.